Приднестровском госуниверситете завершилась неделя открытых дверей. На всех факультетах ПГУ прошли конференции. Впервые в этом году были профессиональные пробы и десятки мастер-классов. Участвовали в них старшеклассники. Больше всего школьников, рассказали нам в ПГУ, заинтересовали аграрно-технологический факультет, психология и педагогика, а также физико-технический институт. Физмат тоже в топе популярных. Такие дни открытых дверей в ПГУ проходят каждый год. Делается это для того, чтобы школьники определились с будущей профессией и ознакомились со всеми направлениями, которые готовит вуз. Для родителей выпускников университет планирует тоже провести встречу. Она пройдет в конце ноября. Сейчас в госуниверситете идет подготовка к ежегодной декаде молодежи и студентов. Стартует она традиционно 10 ноября. В эту пятницу в 4 часа запланирован концерт. На нем определят победителей конкурса «Признание». Выступят лучшие певцы, танцоры, чтецы и спортсмены. Вообще декаду молодежи студенты любят, потому что в это время каждый день в университете проходит что-то интересное. В числе обязательных – спортивные турниры, круглые столы и дни самоуправления.